Айвазовский. Сложный, конечно, персонаж. Но мне кажется, что Айвазовский — это такой Стас Михайлов своего времени. Такой салонный, всем нравящийся. И любой обыватель может сказать: вот мне нравится Айвазовский. Или я люблю Стаса Михайлова. И это примерно вот для меня выражение равнозначное. В чем-то подобная ассоциация объяснима и оправдана. А в чем-то, конечно, нет. Поверьте, в искусствоведческой среде уже давно сформировался взгляд на этого художника как действительно такой поздний романтик, салонный. Интересно, что в многотомной истории русского искусства ему отведено всего полстранички, тогда как многим другим гораздо менее известным популярным художникам отводится гораздо большее количество места и пространства. И это не случайно существует в искусствоведческой среде такой снобизм. И, честно скажу, я его разделяла до момента начала подготовки огромной выставки Айвазовского, которую мы сделали пару лет назад. И когда я увидела эту выставку в плане, а это произошло через там несколько месяцев после моего прихода в Третьяковскую галерею в качестве директора, я сильно запечалилась, а как сделать эту выставку так, чтобы, ну, мы понимали, что она будет популярна, как бы мы ее ни сделали, но так, чтобы это было интересно, и чтобы это было интересно молодым людям. И помог случай. В какой-то момент мне позвонили из Еврейского музея и сказали, что вот у них через 3 часа открывается выставка великого Аниша Капура, и что до открытия выставки он страстно желает посмотреть русскую иконопись. Музей был уже закрыт, я сняла сигнализацию, включила свет, встретила Аниша Капура, а путь в раздел иконописи лежит через этот зал. И тут он останавливается и стоит перед этой картиной. И я, в общем, не выдержала и спросила его: что вам в этом полотне? Он на меня посмотрел с некоторым удивлением и сказал: как что? Он посмотрел на дату в 1871 году, пытался сделать то же, что делаю сегодня я – изобразить бесконечность. И тут я поняла: все, у меня в руках ключ, как сделать выставку Айвазовского. Отталкиваясь от этой картины, которая стала заглавной картиной. Но она же нетипичная для Айвазовского. Она нетипичная, но оказалось, она нетипична для нашего стандартного восприятия Айвазовского. Тот же Иван Крамской называл Айвазовского самым главным метафизиком в русском искусстве. Вот никогда бы не подумал. Вот мы об этом не знали. Ты видел в нем действительно художника, который пытается изобразить неизобразимое. Но здесь же можно сказать, что это беспредметное вот искусство. Вот, вы сами это сказали. Да. Здесь 2 полосы. Темная полоса моря, более светлая полоса неба, хотя у картины есть конкретное название. Черное море, на Черном море собирается буря. Угу. Вот конкретнее не бывает. А с другой стороны, это изображение бесконечного всевластия вот этих стихий, абсолютно неподвластных человеку. Поэтому человек, или скорее творение его рук, это вот тот маленький-маленький мазочек на стыке двух полос, это парус на горизонте, который почти не виден. На самом деле, эта картина поразительным образом, картина художника, который является поздним романтиком, академическим художником, салонным художником, ну что ж скрывать, так, правда, она провозвестник каких-то совершенно невероятных явлений в мировом искусстве второй половины 19-го символизма и начала 20 века. То есть Айвазовский из салонного, опаздывающего по отношению, например, к реализму передвижников художника превращается в художника-провозвестника. Вся история подготовки этой выставки, мой разговор с Анишем Капуром, это, конечно, очень серьезное предупреждение против того, чтобы придерживаться снобистских взглядов. Сейчас пришло время действительно относиться без высокомерия. Да, совершенно по-другому. И я была невероятно рада видеть на этой выставке очень большое количество молодых людей, которые считывали
Угу. Вот те новые смыслы, которые мы выявили в Айвазовском, посвятив целую статью его взаимоотношениям с братом и его философским убеждениям. Помню, как-то в третьем классе я опоздал на урок, ввалился, не помню уж по какому поводу, то ли заигрался где-то в рекреации, то ли еще что-то. И, естественно, учительница мне сказала: «О, явление Христа народу». То бишь, явление Христа народу в советской школе было идиоматическим выражением, и эту картину знали. Мне кажется, в 19 веке, в всяком случае, в первой половине, трудно найти полотно на такой важнейший сюжет, которое могло бы быть сопоставимо с картиной Александра Иванова по серьезнейшему подходу, глубине и невероятному количеству разных смыслов. Действительно, для него это был всемирный сюжет и главная картина, в которую он пытался вложить все, что волновало и мучило его, что волновало и мучило его современников, в том числе тех, кто жили и работали в этот момент в Риме, а картина писалась в Риме. Здесь мы, наверное, имеем дело с самым первым и наиболее масштабным проявлением вот того внутреннего ощущения мессианства, которое столь присуще русскому искусству, искусство как пророчество, искусство как послание человечеству. То есть планка у огромного количества русских художников всегда была очень высокой, достичь максимума, абсолюта и стремиться к каким-то невероятно недостижимым высотам и выражение невыразимого. Послание всему человечеству. И послание всему человечеству. Интересно, какие символы здесь спрятаны и которые можем мы вот с какой-то более-менее точностью утверждать, что это так. Вот юноша и старик. Да. Да, на самом деле Иванов очень много рассуждал об античности, о христианстве. И эти две фигуры, результат этого размышления, понятно, что он, как и многие художники его времени, опираются на великие полотна старых мастеров, где очень часто в рамках одного полотна сопоставлялись три возраста. Угу. Здесь это два возраста – юность и старость. Это прекрасное обнаженное тело мальчика, вылезающего из воды. При этом обратите внимание, что у старика белая набедренная повязка, а отражение осталось красным, потому что в одной из версий повязка была красная. Потом для того, чтобы уравновесить цветовую гармонию полотна, он изменил ее на белую. И вообще здесь, конечно, мы видим какую-то невероятную работу над каждым из персонажей, причем Иванов добивался максимальной выразительности не только лица и характерности этого лица, но и тела, и фигуры. Если мы внимательно всмотримся в это полотно, то мы увидим, что этой фигуре юного Иоанна Богослова соответствует и с ней запараллеливается фигура прекрасного молодого мужчины, также обнаженного. И обнаженность здесь служит обозначением, что это еще языческое, которое начинает внимать духовности христианства. Эти две фигуры зеркально отражают друг друга. Очень интересная группа на первом плане со стариком и рабом для головы раба. Иванов использовал свои эскизы со знаменитого Фавна
Барберини. Угу. Это тоже язычество, которое еще не готово принять христианство и рабство, которое тоже пока от этого далеко. Фигуры фарисеев, которые упорны в своем нежелании повернуться к Христу. Прекрасная фигура молодого Назарянина с косами вокруг головы, который останавливает старика и поворачивается к Христу. Это все сложнейшие соотношения, нюансы, переклички смыслов. На самом деле интерпретация этого полотна посвящена множеству искусствоведческих текстов. Существует такой апокриф, что, видите, в таком... В накидке коричневой это Гоголь. Да, да, да. Это да, Гоголь? Да, да, да. Во-первых, они дружили. Гоголь в этот момент жил в Риме. И да, это Гоголь. И это тоже не случайно, потому что, опять же, духовные искания Гоголя, о которых в советские годы не принято не говорили. Было говорить. Вот да. Об этом было не принято говорить совсем. Когда ты смотришь на этюды, развешанные в двух залах, рядом видишь невероятную свободу, какие-то фантастические, инновационные решения, ты понимаешь, что, наверное, он сдерживал вот свои чисто художественные прозрения для того, чтобы более точно выразить свою мысль в этом масштабном полотне. Даже, можно сказать, страсти. Да, художественные конечно. Страсти. Конечно. Иванов – это трагическая фигура, потому что работал он над этим полотном более 20 лет. И когда в 1855 году это полотно прибыло из Италии, вы можете себе представить, какая была сложная логистическая задача. Mm-hmm. Естественно, оно было снято с подрамника, смотано на вал и доставлено морем в Россию. Так вот, когда он явил его публике, уже жившей в ожидании трансформации, которые привели к появлению художников-передвижников, увидели это позднеромантическое полотно, то понятно, что по большому счету это было фиаско. Но интересно, что самые крупные из передвижников прекрасно понимали значение творчества Иванова и значение этой картины. Недаром к нему обращались и Иван Крамской, и Василий Суриков, и Илья Репин, для которых эта картина была точкой отсчета. Они видели в нем действительно некий компендиум, некое наиболее точное воплощение всех тех вопросов художественных, в первую очередь, mm-hmm. но и духовных, которые так или иначе их волновали. Любимец моды легкокрылый, хоть не британец, не француз, ты вновь создал, волшебник милый, меня, питомца чистых муз. И я смеюсь над могилой, ушед навек от смертных уз. Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит. Оно гласит, что не унижу пристрастие важных аунит. Так Риму, Дрездену, Парижу известен впред мой будет вид. Прижизненный портрет великого нашего всего. Ну так на самом деле он наше все, честно. Вот не знаю, как у вас, я вообще Пушкина люблю с раннего детства. Я в школьные годы знала Евгения Онегина наизусть, до сих пор помню многие строчки. И каждый раз, когда мне попадается стихотворение Пушкина, я слышу какие-то строчки, я поражаюсь абсолютному совершенству и невероятной легкости. И главное тому, что это для сегодняшнего уха звучит актуально, прекрасно и одновременно невероятно иронично. Вот про иронию. А шотландская накидка в данном случае – это иронично или на полной серьезности? Ну, я думаю, что это вполне на полной серьезности. Во-первых, 20-е годы – это эпоха дандизма. Угу. Понятно, что Байрон был известен по всей Европе. Англомания. Поэтому шотландский плащ, вернее, плащ на клетчатой шотландской подкладке было таким реверансом в сторону Байрона и характерной чертой модника, а Пушкин со всей очевидностью модником был. Конечно. И это видно, глядя на этот портрет, и не могу не вспомнить
замечательные строчки из того же Евгения Онегина. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Посмотрите на эту прекрасную руку, которая легла на предплечье с идеально отполированными, идеальной формы ногтями». И, конечно, это портрет Дэнди, но, наверное, не в этом Вы знаете, сути даже взгляд самое у него главное. Такой, что он как будто задумался о красе собственных ногтей. Не-не-не, здесь я с вами не соглашусь, потому что взгляд действительно рассеянно рассредоточенный, сосредоточенный на чем-то, что, может быть, в этот момент рождается в его душе, в его сознании. Насколько я знаю, у него материальная жизнь, она была такая, вот, собственно говоря, как говорят, весь в долгах, как в шелках. Однако портрет свой выкупил. Ну, на самом деле, если вы сравните интерьеры дома на Мойке 12, например, с домом великого Иоганна Вольфганга Гёте в Ваймаре. Нет, ну это не сравнимо. А Гёте был хорошо оплачиваемый, да, придворный это несравнимо. Поэт. А это не сравнить. Гёте жил, в общем, как бы в нищете. Достаточно посмотреть на тот обтрепанный коврик и на ту кровать, на которой 78-летний Гёте скончался в Ваймаре. И сравнить это с обстановкой дома на Мойке 12, в непосредственной близости от царского дворца, где жил и где умер Пушкин. Ну, поэтому он и Дэнди, да. Он брал в долг и на это себе позволял шиковать. Знаете, наверное, это стиль жизни, который соответствовал характеру этого человека. И мне кажется, что, ну, а если тебе так нравится? Я думаю, люди такого уровня, как Пушкин, имеют абсолютное и полное право жить, как им хочется. В отличие от многих других портретов того же Кипренского, когда модель здесь с тобой, она смотрит на тебя, она общается с тобой, он пребывает в каком-то ином измерении. Угу. И вот в этом удивительная, неотразимая привлекательность этого портрета. Сам Пушкин сказал об этом портрете: «Себя, как в зеркале, я вижу, но это зеркало мне льстит». Мы знаем и по зарисовкам самого Пушкина, и по свидетельствам современников, что Пушкин был некрасив. Угу. А здесь мы видим невероятный, прекрасный образ поэта, который при этом очень точно фиксирует какие-то особенности внешности Пушкина, в том числе и следы его арабского происхождения. Это даже не образ конкретного человека, хотя все черты схвачены, это образ поэзии, становящейся у тебя на глазах, и ты присутствуешь при этом, и ты понимаешь и видишь, что, может быть, в этот момент, в тот момент, когда он позировал в фонтанном доме в Шереметьевском, рождались какие-то строчки, которые тебе сейчас очень хорошо знакомы. Наверное, вот так сидеть перед этой картиной – это самое правильное. Потому что так или иначе, вглядываясь в нее, ты, в общем, пытаешься понять, что же за мучительные раздумья воплощены художником на этом полотне. Пейзаж здесь такой страшный, каменистый, марсианский, лунный. А на самом деле Крамской просил своих друзей, которые ездили в Крым, присылать ему фотографии тех мест, где расположены знаменитые пещерные храмы недалеко от Бахчисарая. Угу. Пейзаж на этой картине создавался под впечатлением от этих фотографий. Нам сегодня очень трудно себе представить, сколь новаторская была эта картина и сколь сильно она отличалась от всех предыдущих попыток и в русской живописи, в первую очередь в академической живописи, против формальных сюжетов, которые так протестовал в свое время Крамской, вы помните, знаменитый бунт 14.
И тем образом, который он тогда уже знаменитый портретист создал в этой картине, показанной на второй передвижной выставке, она вызвала очень неоднозначные отклики. И кто-то из прессы даже сравнил Христа Крамского с русским Гамлетом. Что было в этом полотне шокирующе новым, далеким от ортодоксальной интерпретации евангельских сюжетов, это образ Христа как мучительно переживающего, страдающего Бога-человека. Смещение акцента на человеческую природу Христа – это отчасти такой реверанс в сторону как раз католицизма. Действительно, когда я водила Франциска I, я немножечко побаивалась, поскольку, ну вот уж точно плохо знакома с постулатами и особенностями католического вероисповедания. Важно, что он воспринимал не особенности истолкования в рамках православия или делал акценты на чем-то, что сближает православие с католицизмом. Он воспринимал общехристианский, общечеловеческий смысл этих образов. Мне кажется, вот смотрите, что из семантики русской вот культуры, даже с прививкой западноевропейской традиции, все равно не вырваться. Вот я никак, понимаю, никак. Что эта картина могла родиться только здесь. Да, да, совершенно верно. Здесь. При том, что исполнено, ну, в лучших традициях западноевропейских старых мастеров, в том числе, mm-hmm. мы вообще должны, говоря об этом искусстве, хорошо понимать, что все эти художники закончили Императорскую академию художеств, и все они неоднократно бывали в Эрмитаже и копировали лучшие образцы живописи старых мастеров, поэтому они уже в процессе учебы впитывали в себя христианскую иконографию, и так или иначе это проскальзывало, и они проговаривались в этом в своих даже весьма далеких от христианских сюжетов полотнах. И это очень интересно, это то, что мы сегодня начинаем видеть в том искусстве, которому отводилась роль только социального рупора, в том искусстве, о котором редко говорили в категориях и понятиях возвышенного духовности. Это всегда было бэкграундом, это всегда было то, что находится за картиной, да, и даже но за сюжетом. Это было внутри каждого из них, и то, что мы сегодня открываем это заново, потому что современники это прекрасно видели, то, что мы сегодня это заново открываем, это огромный шаг на пути максимально объективного анализа и исследования творчества тех художников, о которых, казалось бы, ну мы знаем все. Сегодняшний день, вот тот день, когда мы с вами сидим и записываем это в залах Третьяковской галереи, понимая, как относительно все то суетное, во что мы были так увлечены еще позавчера, ты начинаешь действительно задумываться о каких-то самых глобальных вопросах. Во всяком случае, те люди, которые сегодня задумались обо всем, что происходит сейчас в мире, мне кажется, для них размышления об этих вопросах сегодня становятся какими-то очень важными. Вышли на передний план. Волей-неволей. Да. Никогда не думал, что окажусь вот так с вами один на один с Аврасовым, да еще и с таким неочевидным. Почему грачи не прилетели? Ну, наверное, по двум причинам. Лично для меня эта картина главная в творчестве с Аврасовым. А потом мне кажется, что грачи прилетели, и так хорошо всем известно, и так хорошо всем известно, что про нее обычно говорят, что мне показалось более правильным сосредоточиться на этой картине, тем более, что если вы посмотрите и на ту, и на другую, проселок вас эмоционально трогает в гораздо большей степени, чем грачи. Соглашусь. И то, что вы видите на этом полотне, это такая живописная стихия, очень свободная живопись, вроде бы самый непритязательный мотив.
проселочная дорога, как обычно разбитая, как обычно в России разбитая. После дождя мокрые ветлы на горизонте, где-то там вдалеке поле, где колосится пшеница, высокие-высокие кучевые облака и лучи солнца, которые начинают пробиваться после дождя, освещая в том числе и задний план с полем пшеницы. Я когда смотрю на эту картину, я все время вспоминаю слова Павла Михайловича Третьякова. «Дайте мне хоть лужу грязную, да чтобы правда была и поэзия, а поэзия – дело художника». Вот тут как раз прямая иллюстрация этих слов Третьякова, хотя сама прекрасная. Так вот, вместе вот с этим романтическим ощущением природы как чего-то целого, единого, и трава, и грязная дорога, и ветла, и небо – это все некая метафора природы как чего-то существующего отдельно от человека, существующего в каком-то ином измерении. И при этом вот это позднее романтическое ощущение природы сочетается с какими-то совершенно новыми живописными приемами. Давайте попробуем подойти немножко ближе. Если вы внимательно смотритесь, вы увидите, что она невероятно свободно написана. Да, легко очень написано. При том, что как бы все равно находится в рамках вроде бы реалистической, передвижнической традиции. А нет. При взгляде на проселок я вспоминаю «Три дерева» Рембрандта гравюру. Угу. Я при тоже этом... голландцев почему-то вспомнил. Да, да, да. Действительно, это так. Она невероятно смелая и как бы со всей очевидностью вот написанное по серьезнейшему внутреннему побуждению, не в силу того, что нужно представить что-то на выставку. Да, такое ощущение, что она вне концепции. Да. Да. Вне концепции передвижников. Да. Он при этом написал ее после долгой-долгой поездки по Ярославской, Нижегородской и Самарской губернии. То есть вот все эти впечатления в результате вылились в эту удивительную картину. Я знаю, что многие при слове Саврасов, при имени Саврасова вспоминают «Грачи прилетели» и больше ничего. Мне бы очень хотелось, чтобы те, кто посмотрит эту программу, чтобы они в первую очередь, придя в этот зал, подходили к картине «Просел». Ну, по крайней мере, одного человека вы уже переделали, это я. Грандиозное полотно. А вот вы говорили, что есть какие-то параллели смысловые, а может быть композиционные с явлением Христа народу. Есть и очевидные. Причем сейчас мне бросилась в глаза еще одна параллель, которую я до этого не замечала. Но основная коллизия картины – это реакция огромной толпы, собравшейся на Московской улице, на паровоз в санях, закованной в цепи боярни Морозовой, которая была последовательницей протопопа Аввакума. Да. История о церковном расколе 1653-1655 года. Но главная суть картины – это разные отношения огромного количества людей, составляющих эту толпу, к происходящему. Это одновременно невероятная динамика, заданная диагональю с санями, с одетой в черные фигурой боярыни Морозовой. Эти следы от саней, стремительно бегущий мальчишка. И с другой стороны застылость и статика огромной, плотной толпы, где есть разные люди. Боярыня Урусова, родная сестра боярыни Морозовой, в цветном расшитом платке и бархатной бордовой шубе, сжавшая
руки перед санями в молении за сестру и в предчувствии смерти и сестры, и ее самой. И я сейчас обратила внимание на то, что воздетый к небесам жест руки боярыни Морозовой с двоеперстием, символом старой веры, а это двоеперстие перекликается с двоеперстием юродивого, и сам профиль изможденный экстатической боярыни Морозовой напоминает на самом деле Иоанна Крестителя. Иоанна Крестителя с картины, да, Иванова. Соглашусь. Вот это многоголосие, полифония, разность реакции, причем так же, как и в картине Иванова, один образ повторяет, дублирует или перекликается с другим. Посмотрите, в центре смеющийся от неразумия мальчишка, а рядом мальчик его же возраста из боярской семьи в красивой узорчатой шубе, который бежит с санями в момент неожиданно начинающегося прозрения. Пожилая боярыня в узорчатом платке, рядом с ним молодая боярыня, склонившая в поклоне невероятно красивый образ молодой боярышни в золотом платке и в синей шубе. Посмотрите, как написан снег, с каким невероятным многообразием оттенков серого, зеленоватого, голубоватого, розового. Суриков не пригвождает никого в этом полотне, как там право, виноватого. Нет категоричного суждения. Нет, абсолютно. И при этом у меня это полотно вызывает в памяти просто масштаб шекспировских трагедий, потому что это страшная трагедия, расколовшая действительно общество. Боярыня Морозова Сурикова вызывает в памяти, конечно, оперы Мусоргского и Хованщину, и Бориса Годунова, потому что это звенья одной цепи, это невероятные по масштабности полотна, в одном случае живописные, в другом случае музыкальные, рисующие действительно очень сложные, непростые, неоднозначные моменты отечественной истории. А мне вот интересно, по вашему мнению, русский импрессионизм и французский импрессионизм, они развивались просто параллельно или тот большой влиял на нас больше? И правомерно ли отнести Серова к этому течению? Наверное, самый простой ответ был бы «нет», хотя это моя личная позиция, и ряд коллег могут, наверное, с этим не согласиться. Я думаю, что в 1973 году, когда девочка с персиками висела на выставке в Пушкинском музее, выставке портрета рядом с Жанной Самари, ответ был очевиден. Это разные вещи, это разные явления, которые, тем не менее, отражают то, что происходило в мировом искусстве в этот момент. Ему было всего 22 года, когда он написал... 22 года, когда он написал «Девочку с персиками». Это невероятно зрелая работа. Девочка, изображенная на этом полотне, это Вера Мамонтова, дочка известного мецената Саввы Мамонтова. Картина написана в Абрамцево в августе 87 года. Ей тогда было 12 лет, и ощущение, что вот она только что вбежала в эту комнату, села за стол, схватила персик из знаменитой мамонтовской оранжереи, там же в Абрамцево, взглянула на вас, но так же стремительно и унесется. Вроде бы то же самое, что и импрессионистов, да? Фиксация мгновения. Но это, опять же, восходит обратно к тому, чему Серов научился, эта картина и последующая через год «Девушка, освещенная солнцем», это прекрасно доказывает. Он искал вот этого ощущения свежести при полной и абсолютной законченности. И эта картина, ее трудно назвать портретом, не случайно ее называют «Девочкой с персиками», и гораздо реже говорят о том, что это портрет Веры Савишны.
Мамонтовой. Эта картина писалась в течение многих дней. И Вера Мамонтова вынуждена была позировать Серову. Известно, что Серов, в отличие от Репина, писавшего в 2-3 сеанса, блистательные портреты, Серов требовал от модели многократного позирования до 100 сеансов. Он стремился запечатлеть всю невероятную красоту окружающего мира, вот то самое отрадное и юную, красивую девочку, подростка, у которой как бы все впереди, в которой сосредоточено множество будущих возможностей, хотя она прожила немногим 20 с чем-то лет, так случилось. И вот эту размытую светом зелень листвы за окном, когда вы подойдете ближе, вы увидите, что написано. Это примерно как делал Веласкес, буквально. Кстати, любимый художник. Кстати, там или Серов есть, видите? Да, и да. Там все просто легко, как бы вот взял пальцем и слегка там вот помазал по холсту. И при этом лицо Веры Савишны написано, следуя всем рецептам, приемам старых мастеров, с множеством живописных слоев, с тесами, лессировками, о которых вы говорили, а это одновременно не какое-то как бы реалистическое изображение. В нем есть жизнь, дыхание этой жизни. А опять же, то же самое, что так отличает портреты Веласкеса, когда ты не понимаешь, как человек на полотне перед тобой живет и дышит, а это холст просто с нанесенными красками. Импрессионисты сегодня нам кажутся слишком поверхностными, а сосредоточенными вот на эффекте этой воздушности. И в этом плане гораздо большими формалистами, чем Валентин Серов. Вот как перевернулась вся история. Да, ничего сегодня себе. У нас другой взгляд. И я думаю, именно благодаря этому та выставка Серова, которая прошла в 15-16 годах в Третьяковской галерее, стала таким откровением, взрывом, бомбой. Почти 500 000 человек. Это выставка было бестселлера, это какое-то было событие. Невиданное, но на самом деле, я думаю, что объяснение, помимо всего прочего, что это великий художник, универсальный художник, художник, который никогда не останавливался на достигнутом и все время двигался вперед, хотя прекрасно мог существовать на единожды найденной вот здесь манере и подходе, что он стремился к тому, чтобы выработать какой-то новый художественный язык, которого требовало время, в каждый следующий этап своей работы. Он такой разный, всякий, универсальный и всегда ставящий перед собой какую-то почти недостижимую задачу и нацеленный на то, чтобы через любые испытания и жертвы к этой задаче идти и ее достигнуть. То же самое стремление к абсолюту, которая проходит как вот какая-то особенная черта всех великих русских художников. Мне кажется, что Врубель, и в частности вот его демон, это какое-то революционное событие в живописи, даже, наверное, мировой. Я просто безумно рада это услышать от вас и 100% с этим соглашусь. Нам, конечно, сегодня безумно сложно себе представить, что это было за время, около 1890 года, и какова была реакция тех, кто увидел впервые эту картину Врубеля. Она до сих пор производит сильнейшее впечатление, в особенности на людей непосвященных и нечасто бывавших в музеях. Она вызывает множество размышлений, споров, что это такое и что же это за демон, который здесь изображен.
точка отсчета послужила опера Рубинштейна, поставленная в Киеве, которую Врубель увидел в 1885 году. Вообще для Врубеля очень характерно, что побудительным мотивом для создания очень многих его произведений послужили оперные спектакли. Угу. В тот момент, когда он работал над этой картиной, он ведь писал не конкретного демона из поэмы Лермонтова, угу, или демона из оперы Рубинштейна, прекрасно, кстати, в тот момент спетого Федором Ивановичем Шаляпиным. Он хотел написать нечто демоническое, дух страдающий и скорбный, одновременно возвышенный и величавый. Конечно же, тот образ, перед которым мы стоим, не имеет ничего общего с дьяволом. Это на самом деле вот так то немыслимое вселенское одиночество творца, и в какой-то степени, на мой взгляд, это и автопортрет Врубеля. Тот мир, внутри которого существуют демоны, это огромные цветы, какие-то немыслимые, совершенно неземные, которые кристаллизуются и образуют те грани, которые на самом деле предвосхищают кубизм. Видим какие-то странные вещи. Например, посмотрите, вот эта рука. Ведь он был одним из любимых учеников Павла Чистякова. И рисовать умел, как никто другой, как Почем и Валентин Серов. Но он сознательно идет не только на деформацию всего. Он идет сознательно на деформацию даже анатомических особенностей. Кстати, это тоже делал Валентин Серов. В этом лице, и многие об этом писали, есть черты Элеоноры Праховой, в которую он был влюблен, жены Адриана Прахова, который был очень характерный тип лица с такими очень пухлыми, вывернутыми губами. И вообще у Врубеля мужское и женское, как и у Александра Иванова, перед которым он так же, как и многие другие, преклонялся, есть совмещение вот мужских и женских черт, есть те трансформации, где неуловимо один образ переходит в другое демоническое, обращается в божественное и священное, божественное и священное трансформируется в демоническое. Когда ты смотришь на это полотно, конечно, приходят на ум и тексты Ницше, многое-многое другое. Мне тоже вспомнился почему-то Ницше. Многое другое. Вы знаете, как это звучит в унисон? Судьба Врубеля и как раз судьба Ницше. Что оба сошли с ума, и у этого демон, у того антихрист. И, собственно говоря, и все мысли-то об одном и том же, да, о том. И судьба Ницше трагическая, и судьба Врубеля трагическая. Но вот эта вот картина совершенно же не скажешь, что это Ге, да? Это ну, Пикассо, я бы сказал. Вот. И вы это увидели, потому что я думала, что, ну, наверное, это мое чересчур богатое воображение. На самом деле это абсолютно удивительная картина, являющаяся частью страстного цикла, написанного Ге. Дата этой картины – 1893. Это год написания крика Эдварда Мунка. Вот этот мальчик с поникшей головой, второй разбойник, безумно напоминает фигуры голубого периода Пикассо, до которых еще 10 лет. Дело в том, что Ге в этот свой поздний период, Ге бывший самым старшим из передвижников, академическим художником в начале своей карьеры, в поздние годы становится таким, как мы его видим здесь и на других картинах страстного цикла, в частности, на картине «Суд Синедриона повинен смерти». Эти картины действительно в советские годы не показывались,
И когда ты на них смотришь, ты понимаешь, что поздний период Ге – это как поздний Тициан, когда художник достигает какой-то невероятной степени мудрости и невероятной смелости. И то, что вы видите перед собой, это абсолютно не каноничная интерпретация Священного Писания. И при своем появлении эти картины вызвали крайне негативную реакцию. Более того, страстной цикл Николая Ге был запрещен цензурой. И Павел Михайлович оскорблял чувства верующих? Ну, вот в том понимании этого слова тогда. И до 1903 года эти работы висели в Третьяковской галерее, в шпалерной развеске, прикрытые черными коленкоровыми заслоночками. Но это очень современно. Да. Это Христос не во всей красоте академической живописи первой половины XIX века, не сомневающийся, охваченный мучительными думами Христос Крамского. Это Христос, вопиющий от боли, от предощущения приближающейся смерти, от того, что эта чаша его не миновала. И вот это, конечно, воспринималось очень негативно и отрицательно. А вообще картина преисполнена странностей. Посмотрите вот на эти тени справа. Указующая римская рука. Очень странная композиция. Обрезанная. Для того времени, да. Обрезанная. Угу. Вообще, мне трудно поставить рядом с этой картиной что бы то ни было из работ авангардных на тот момент живописцев и в первую очередь в Западной Европе. Это гораздо в большей степени предвосхищает 20 век, соглашусь, чем любая живопись постимпрессионизма. Нет, тогда там вот постимпрессионизм был вовсю, но это не сравнится. Здесь экспрессионизм скорее. В том-то и дело, в том-то и дело. Это какой-то невероятный протоэкспрессионистический ход, который на самом деле, пожалуй, при своем зарождении посильнее будет, чем развитый немецкий экспрессионизм. Но он прям прорвался в будущее. Конечно, и при этом это престарелый художник. Не знаю, оправданно или неоправданно, но у меня возникает какое-то ощущение того, что это христологический сюжет. То ли это возвращение блудного сына, то ли это явление, опять же, Христа народу, то ли что это такое? Это и то, и другое, и третье. Притча о блудном сыне приходит на ум в первую очередь, но и об Александре Иванове забывать не стоит. Это сложная картина, которую многие десятилетия советской власти воспринимали как изображение Репиным народовольческого движения. Здесь действительно очень говорящая обстановка. Мы видим открытую из прихожей дверь, служанку, любопытную бабку, заглядывающую через плечо. Сразу же вспомним сватовство майора Федотова. Входящую странную, изможденную, истощенную и при этом неуловимо напоминающую Иисуса Христа фигуру в арестантской робе, которая напоминает какое-то нищенское одеяние древних времен. Мы видим вскочившую с кресла пожилую согнувшуюся женщину. Скорее всего, это мать того человека, который только что вошел в двери. Мы видим двух детей. Девочка испуганно наклоняется к столу. Мальчик вскрикивает, как бы узнавая вошедшего. И женщина за фортепиано, до сих пор непонятно, это компаньонка, сестра, со всей очевидностью
не жена, мать в траурном платье. Что здесь происходит? И это фиксация того момента, когда мы можем предположить, что было до этого, но мы не можем сказать, что будет после этого. Репин останавливает эту ситуацию на пике в тот момент, когда возникает баланс одной версии развития событий и другой версии развития событий. Давайте посмотрим, что на стенах. Тарас Шевченко, я вижу. Тарас Шевченко, Некрасов. Некрасов. Голгофа, гравюра с работы достаточно известного в те годы немецкого художника и литография с изображением Александра II в гробу рядом с географической картой. Это вот она? Да. И это считывалось как бы как намек на то, что каторжник, который только что вошел в открытую служанкой дверь, имел отношение к цареубийству. Догадки о том, что главный персонаж имеет сходство с Христом, были подтверждены несколько лет назад, когда из частного собрания в Нижегородский художественный музей была приобретена работа Репина «Голова Христа». Она была написана именно в тот момент, в те годы, а это было 4 долгих года с 84 по 88, когда Репин работал над этим полотном. Есть эскизы с самых разных мужских моделей, есть эскизы с женских моделей, и есть уменьшенная версия картины, где в дверь входит вернувшаяся с каторги женщина. Мы знаем, что в народовольческом движении принимали участие и женщины. Так вот, этот этюд «Головы Христа», он действительно невероятно совпадает с тем сложным выражением лица вошедшего каторжника. И, конечно, это серьезнейшее размышление о том, кто имеет право на убийство даже во имя самых благих целей, и о том, что нельзя отвечать насилием на насилие. Ну и, как многие прочие, эта картина немедленно была приобретена Павлом Михайловичем Третьяковым. У него какое-то было невероятное чутье на произведения, которые должны остаться в истории. Но это же искусство. Высказывание тоже получается, что острое. На тот момент, конечно, как раз, когда были актуальны бомбисты, когда были актуальны народовольцы, когда только появлялись новые коммунисты, да, это же все было вот прям так тогда болело. Социал-демократы. Социал-демократы, да, социал-демократы. Тогда все это болело. И вот восторженный ребенок, который как бы говорит нам о том, что будущее за ним, да, что он смотрит на него как на героя, как на героя. С надеждой, с узнаванием и радостью. А вот русскому искусству свойственна провокативность или нет? Свойственно, конечно, свойственно. Свойственно? Не всякого сомнения. На самом деле, наверное... Ну, не берем Малевича, не берем вот такие края. Начиная с передвижников, начиная с Перова. В общем, в конце концов, чаепитие в Мытищах и сельский крестный ход на Пасху. Угу. Вещи, которые изначально были рассчитаны на очень бурную, неоднозначную реакцию в эпоху передвижников, да. Да и позднее мы все помним совершенно необъяснимую реакцию на «Девушку, освещенную солнцем», Серова, да, что с каких это пор, Павел Михайлович, вы прививаете своей галереи сифилис. Таково было письмо одного из известнейших передвижников, обращенный к Павлу Михайловичу Третьякову. А в случае с Верещагиным? Я думаю, что это слово абсолютно уместно. Но давайте посмотрим на нее просто внимательно. Она пугает. Она пугала в тот момент, когда она впервые появилась в 1874 году вместе с остальными полотнами на персональной выставке. Вообще Верещагин был художником, который вызывал очень неоднозначную реакцию. Его работы подвергались такой суровой, жесткой и несправедливой критике. Его обвиняли в отсутствии патриотизма, например.
Причем это же как доходило... раз получается... Это туркестанская война. Это туркестанская война. После проигранной, не Кавказской, а Крымской войне. Ну, это туркестанская война конца 60-х, начала 70-х годов. Война, которую он прошел, в общем, от начала и до конца, и был свидетелем очень многого. Так вот, часть из его картин критиковали настолько сильно, что он просто в порыве внутреннего негодования уничтожил часть из них. Слава богу, это не коснулось этой картины, которая, на мой взгляд, является самым великим пацифистским произведением в мире. Она основывалась, в общем, на реальных зарисовках. Верещагин побывал в период Туркестанской войны в китайском городе Чугучаке, где он видел такие пирамиды из черепов. И, конечно же, когда он писал эту картину, описал он ее, как ни странно, в Мюнхене, в своей большой мастерской. Он вообще работал таким образом, что он делал зарисовки, маленькие этюды, а большие свои полотна писал в мастерской. И, конечно, глядя на нее, ты вспоминаешь легенду о том, что великий Тамерлан воздвигал такие пирамиды из черепов, обозначая границы завоеванных им пространств. И надо сказать, что в других картинах туркестанской серии, часть из них показана в этом зале, Верещагин как бы очень хладнокровно пишет конусы и груды отрезанных голов русских солдат или отрезанные головы русских солдат, насаженные на пике на площади Регистан. Верещагин называл себя реалистом. Но он утверждал, что реализм – это не нечто, что противоречит идее, а как раз это нечто, что эту идею в себе и заключает. И здесь как бы такое подчеркнутое, натуралистическое, с размывом, отражающим марево горячего воздуха, поднимающегося над песками Средней Азии, а этот размыв сразу же вызывает в памяти картины Дали. Да. И вообще эта работа поразительно похожа на работы сюрреалистов. Одновременно мы видим, что эта пирамида из черепов, она никоим образом не соответствует реальности, потому что многие из этих черепов имеют отверстые челюсти, которые как бы открыты в страшном немом крике, что не может быть. Угу. А это вопиющие, кричащие черепа. И обратите, пожалуйста, внимание на раму. Ведь у Верещагина были так называемые говорящие рамы. Он заказывал их сам. Он сам проектировал их. Наверху написано «Апотеоза войны», а здесь написано «Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим». Это действительно вот то самое послание человечеству, о котором мы уже неоднократно говорили, и призыв ко всем политикам, которые зачастую пытаются решить свои собственные проблемы или проблемы своих стран за счет войны и военных действий. Верещагин был разным, но в этой работе он поднялся до обобщения, равного которому, я не знаю, во всем западноевропейском искусстве второй половины XIX века. Смотрите, вот даже в связи с этим коронавирусом, да, получается же здесь не только разговор о войне, да, вообще, в принципе, о человеколюбии. Конечно. И о хрупкости, конечно, человеческой жизни. Да. И да, вы видите помимо этой груды черепов еще и осколки черепных коробок, которые совершенно точно свидетельствуют о том, как уязвима и насколько хрупка человеческая плоть. И при этом это вот то самое истинное лицо войны. И мне кажется, что сегодня всем политикам, которые сейчас правят миром, нужно иметь у себя на столе, в кабинете репродукции этой картины Верещагина. Я пошлю им.